Ну а нам предстоит увидеть еще одно заключительное выступление на сегодня. Это американский фигурист Илья Малинин и его просто сумасшедший арсенал из четверных прыжков. Пусть все получится. Я по-другому не могу сказать, простите меня. Время 5:50 утра на московских часах, и мы имеем возможность наблюдать вот такие прокаты в мужском одиночном катании. Ну, даже не запыхался, понимаете? Даже не запыхался. Ну как? Ну вот как это работает? Скажите мне, пожалуйста, в чем секрет этого парня? В том, что он больше работает, больше трудится или обладает неимоверным талантом? Не знаю. Сильно хвалить не хочется, все-таки Олимпиада еще только через 3 года. Понятно, что все ресурсы задействованы для того, чтобы подвести Илью именно к этому самому главному старту в карьере в оптимальнейшей форме. Но... Хочется послушать, да, конечно, о чем сразу начали говорить. И Илья Малинин со своим наставником. Что-то там было про тройной Риттбергер. Не знаю, не видели мы никаких тройных прыжков, видели только четверные сегодня. Не пошел он на риск, не было акселя в 4,5 оборота. Четверного Риттбергера, вот как раз, наверное, о чем пошла речь. Но такого и в заявке не было. Все остальное было исполнено абсолютно безукоризненно. Единственное, вызвало у меня вопрос четверной Луц в начале программы, который был исполнен в соло. Может быть, там можно придраться, найти небольшой недокрутик, но будь я арбитром, я бы не ставила. Я бы не ставила. Ну, просто, ну, сказать нечего. Нет слов, одни эмоции. Классная программа, саундтрек к сериалу «Наследники». Видно, что над хореографией работали долго, много. Илье это дается непросто. Вот эта штука вообще вызывает какой-то... производит какой-то фурор у болельщиков. Работает на публику сразу же по окончании своего проката Илья Малинин. И, я думаю, всем абсолютно понятно, кто сегодня победитель. 180-81 результат на турнире в Монреале, который Илья выиграл. Ну и будет ли сейчас новый рекорд? Посмотрим. Не так плохо. Некоторое время не совсем так. И потом после дороги немножко захмут, и нужно было так. Тихонько так. Ну, вы понимаете, да, почему я молчу? Хочется услышать максимально, о чем говорят сейчас в Kiss'n'Cry. Было там несколько слов про дорожку, да, отдохнул после дорожки. Я находилась в ресурсе для того, чтобы снова идти в четверные прыжки. Ну, что-то невероятное, конечно. Давайте смотреть на оценки. Будет ли 300? Круто. 206,41 балла. Оценка за произвольную программу, и таки пробивает Илья ту самую долгожданную оценку в 300 баллов. 310,47. Ну, космос. Просто космос. Stay with us. In just a little few moments, we will move to the award ceremonies.